Здорово, злыдни! Чё так мало проголосовавших в группе ВКонтакте, а? Ну-ка быстро сходили по ссылочке и проголосовали. Даже если вам не нравится прохождение исторического Total War про Британию, там есть вариант специально для тех, кто любит Warhammer. Так что давайте. А то смотрите, сами будете виноваты. Выберу кого-нибудь. И потом упарюсь на 100 серий, как с орками. Будете смотреть, сидеть. Привяжу всех и заставлю смотреть. Ну да ладно, это шутки все. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем Total War Warhammer 2. Извиняюсь. И какая-то Алиска в отчаянии, оставшись без поселений, нападает на нас. У нее есть опасные ребята, которые в ближнем бою нас перемесят, если мы дадим им дойти. Плюс два жнеца, которые тоже могут неприятно нам настрелять. Так. Раз жнец, два жнец на флангах. Нехорошо. Ну ладно. Кавалерии у них нет, так что я думаю... Так что я думаю, мы встанем как-нибудь вот так. У нас появился герой, который будет танковать. А этих ребяток пошлем вырезать конкретно. Конкретно... жнецов. Так. Я думаю, пары залпов хватит. Ой, пошло добро. Все, можно отходить. Причем, наверное, смещаясь к центру. Герой, смертоведьма и повелитель ужаса. Так, давайте это. Что это такое? Не надо нас перехватывать. Вы за Ультуан, да ладно. Не смешите меня. О, наши копейщики неплохо вступили. Прячемся за копейщиков. С каким большим щитом у них лорд. Это он, конечно, грамотно придумал, но ему не поможет. Victory!
уже никому не поможет. А вот и Алиска. Не убежала. Ну, в принципе, догонять их смысла никого нет. Потому что они нападали на город. Хотя нет, они же нападали на город, не я. Догонять их есть смысл, чтобы они не напали второй раз. Хотя... больше экспы. Давайте не будем их догонять. Может, выживут. Еще раз нападем, еще раз опыта получим. Ну, с этим это все понятно. Вот что будет, когда будет по бронированию противники, уже непонятно. У нас особой бронебойности-то нет. О, они выжили. Причем пехотой в основном. Пополнение мне не надо, наверное. Давайте опыт брать, что ли. Заставить работать. О, они еще на марше тут встали, вообще красавчики. Еще толпы темных эльфов. Там земли Маликита уже рядом с нами. А слева нежить процветает вовсю. О, новые цели. Новые цели — это хорошо. Так, и вот что мы будем строить в Сильдаторе. Кавалерия мне не особо сейчас нужна. И у меня столько денег-то нет. Тут нужно построить либо вот это на денежки, либо, как все советуют, и как я знаю по другим своим прохождениям, все-таки влепить стены. Давайте стены построим, чтобы не переживать за тылы. Все-таки надо бы этим озаботиться. I serve the Phoenix King. Onward. Так, вы идете сюда заселяться. Хотя, вот Тор-Драниль, говорят, наша исходная земля. Ну и судя по климату, так оно и есть. И надо бы ее отжать, и гарнизон-то небольшой. Потом быстренько там стены построить и отбиваться. Блин, неплохое занятие для вот этой второй армии, но надо бы тут заселить, а потом... а потом тут нежить. Ладно, а кого нам в цели наметили? Этих ребят, с которыми мы хорошо общаемся. Зачем-то. Так, наших врагов. Причем не этих, а вот где-то здесь. И какие-то скованные еще черти где. И наш убийца тут. Ну сюда далеко тащить вроде незачем. Давайте его в разведку пошлем, заодно посмотрим, что там за скованные.
круг разрушения. Alifana, from the shadows. Time for battle. The Shadow Dancer brings fortune. Move. Искусство атаки. Фракция уничтожена. Отлично. Крейские... Да сколько у нас этих разведчиков? Талисман Лоэка. Один раз на 67 секунд. Плюс атака, плюс урон. Not one druki on Nagarin. Так, и тут мы выучили все. Тут мы выучили все для лучников. Можно, конечно, прокачаться в стремительный удар, в мега-засады, которые у нас и так хороши. Но мне кажется, это лишнее, потому что они именно у нас и так хороши. Давайте попробуем прокачать мега-лучника, как мне посоветовал кто-то в комментариях. Давайте посмотрим, что из этого получится. Вообще он не выглядит как уверенный стрелок. Вот эта толпа стрелков гораздо увереннее выносит кого угодно. Пара залпов и готов. Так, а героев танка будем качать. Так, ну и что? С этими мы пока не воюем даже. И крысы тут. Давайте пока попробуем сходить в гости к нежити. Ну так, чтобы в засаду еще встать, например. Traversing. What is broken can be remade. I forbid this. Или наоборот, не встать. Смотрите, он на марше до сюда доходит, а без марша я не вижу, докуда он доходит. Непонятно. Если я... Ну, смотрите, они с кем-то бились. Потери восполняют. На 42-м ходу была мега-побоище на 4000 потерь. Нифига себе. Это 3 хода назад. Давайте попробуем без засады выманить на себя врагов. Может, он попробует двумя армиями напасть. Так, строить кавалерию я пока не хочу, так что пропускаем ход. Я так встал, чтобы они на меня напали кучей. А я отступил. И потом сам на них напал. В этом замысел. А как получится, сейчас посмотрим. Так, все куда-то бегают, все что-то делают. Главное, чтобы к нам никто не бежал. Опа, опа, опа. Так. Нам послали героя. Неудача. Я уж испугался, у меня армия пропала после его действий. Опа, опа, сработало, смотрите. Без марша все бегут. Хм.
Проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что у них есть вот колесницы, да. Как мы помним, это звери. Из прохождения нашего. Еще катапульты у них есть. Две катапульты. Иротитан, еще колесницы. Давайте-ка отступим. Retreat. И они не должны меня достать. Все, попались. Отлично, отлично, план сработал. Проблема в том, что их очень много. У них отряды в полтора-два раза больше, чем мои по численности. Я боюсь, у меня может стрел не хватить, если мы устроим глобальное побоище. Ну и плюс кавалерия с колесницами очень опасная. Так, тут наши враги все еще продолжают захватывать Ультуан. О, а мне не тебя ли заказали? Так, неудачник пытался убить нашего героя. Исследования. Мне тут особо учить нечего, надо строить срочно архив. Ну вот, эльфы плохо работают. Оказывается. Так, и что мы улучшим? Осколок луны давайте улучшим и построим там стены тоже. А то я все опасаюсь, что кто-то может взять и приплыть. Это будет неприятно. Так, где моя вторая армия? Леди of the Phoenix Court. Хочется, конечно, поохотиться за сокровищами, но я их ни разу не находил. А тратить ходы на это дело не хочется. А во что бы прокачать... этого лорда. Может, ветку поддержки ему прокачать? Он все равно гарнизонный. Хотя это пока он гарнизонный, а потом, может, и боевой. Ладно, давайте тоже лучников до копейщиков ему прокачаем, а там посмотрим. Так, а вот царь из сфир. Попал. Ой, и засада сработала. Прям все шикарно. To me, Shadow Warriors. Он глупенький зашел на наши земли. А это наказывается смертью. Сейчас главное катапульту и колесницы быстренько расфигачить ему. Тогда все закончится легко и быстро. Так. Можно, конечно, вот этот перешеек занять копейщиками, чтобы к нам было сложно пробиться. Да они нас катапультой будут долбить и колесницами объехать могут.
Давайте, наверное. Acknowledged. Напрашивающееся построение выставим. А, блин, тут в засаде не могу ближе поставить. Огонь, 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 огонь. Катапульта не должна успеть выстрелить. Ой, как хорошо влетает колесницам от наших копейщиков по совместительству лучников. Прям шикарно. Давайте вперед выставим танка нашего приманкой. Ой, все колесницы кончились. Не успели начаться разборки. Ой, какую-то дрянь на нас наколдовали. Хорошо, что мы подвинулись. Так, стражи гробниц с алебардами. Это, помнится, опасные ребята. Так, а эти вообще опасные. Надо их срочно расстрелять. По фокусу. Давайте, давайте, давайте. Так, не надо бежать к моим лучникам. Так, что-то на этом фланге нам не очень хорошо. А на этом хорошо, в принципе-то. Тут, я думаю, последний залп. И ребятки готовы. Похоже, нас лучники расстреливали, или маги. Магия наколдовали на нас всякой дряни. Ну, дряни наколдовали на здоровье. Вот кто видел отряды, здоровье просело значительно, вот этих я видел, а численность нормальная. То есть заклинания в основном на причинение урона здоровью, а не на убийство. Это хорошо. Значит, мы сейчас будем почти полностью здоровые. Итак, минус одна армия. Я не помню уж. Victory is everything. Как там у нежити? Давайте, наверное, пополнимся, чтобы сразу дальше пойти. Так, я пополняюсь, интересно, конечно. Задание прервано. А, это не здесь. Убили лорда вражеского, который напал и захватил город. Или не он захватил уже в результате город? Я как-то и не думал, что они так часто дохнут, лорды-то вражеские.
Так, что у нас тут есть? Сила оружия против всяких ребят. Но это обычное оружие. Верный глаз. Боеприпасы, ускорение перезарядки. Я чуть не помню, чтобы у него боеприпасы кончались. Мастер клинка. Дисциплина нафиг не нужна. Ну, давайте верный глаз качать. И, в принципе, кроме побитого героя, все себя отлично чувствуют. Но этого мы уже не догоняем. Он спрячется за стены. Это нехорошо. Давайте встанем на нашей земле для пополнения и спрячемся теперь в засаду. Теперь он точно на нас не нападет, но может быть он позарится на пустое поселение? Это было бы неплохо. Так. Валилош надо убить. И вот это он и есть. И мы до него доходим. Отлично. Содержание минус 20% для всех войск. Ну, неплохо, неплохо. И 5000 денег. А это всегда приятно. Правда, за 2,5 мы его нанимали, но все равно он отрабатывает денежки. Так, сейчас максимально хорошие отношения, вроде как. Блин, вот... You need me? Нет, Prince не ты. Of Elf-1. И не ты. At your service. Аверлорн, вот он. Welcome to the court of the Ever Queen. Она даже союзов не хочет, не то что конфедератиться. Тириан. Злыдня какая. Тирион, ты что-то как-то слабо выступаешь. Вот эти ребята гораздо больше захватили. I'm waiting. Your will. Надо, блин, Cruel Dreadlord. Надо какого-то героя или лорда отправить в мореплавание. Нам нужно с империей торговать. Illuminate the Shadowlands. Нам вообще нужно торговать. У нас куча побрякушек, которые надо кому-то сплавлять. Гномам, кстати. Ну, правда, гномы на побережье не живут. Только эти. Из Бараквара. Если они еще живы. Do not look for me in the light. I lurk in shadow. Что тебе надо? Оборонительный союз. Смотрите, уровень сил 4, уже больше меня. Ладно, оборонительный давай. В принципе, я думаю, нам не помешает. Синие змеюки уничтожены. Так. Эх, не клюнул. А у нас засада сорвана. Да. Жаль. А этот постройки мне повреждает. Вот урод. Я вот думаю, в Сильдаторе, может...
Может, снести конюшни-то? Нафиг они мне нужны? Если уж нанимать кавалерию, то самую топовую там драконовую. Ты кто такой? Ты в войне с моими врагами, и мы с тобой торгуем. В принципе, почему бы нет? Давай дружить. Я, правда, на тебя заказ, но исполнять некому. Турситай громят. Вообще жесть какая-то, что происходит. Но нам не до того, видите, у нас климат тут неприемлемый. Мы слишком привыкли к пустошам. Что он тут мне повредил? Ишь, тварь какая. Или мне уже не надо? А нет, тот персонажей большой баф. Пусть пока стоит. Любовь к зодчеству. Новая фракция. А раз новая фракция, то может мы с ней поторгуем? Не можем. Не можем, так не можем. Хорошие доспехи, борьба с пехотой. Ну, атака и защита такие себе. Натиск, ну, средненький. Скорость не очень. Нет, для нашего типа боя они вообще не особо. Ну, вот во вторую армию они бы пригодились, кстати, наверное. У нас пока нет денег на полноценную вторую армию. Давайте отстроим тут на доход, а казармы где-нибудь потом построим. Так, лагерь. Зачем тут лагерь? Ну пусть будет. Так. Тут у нас край карты. Can I offer assistance? И войск вообще не осталось. И денег не осталось. А, это как раз территория, куда я иду. Ну, отлично. Вот только тут у него стены. Стены и гарнизонище. И мимо него не пройти еще, получается. Или пройти. Не пройти. Закрывают проход. В городах-то мы не очень сражаемся, да? Знаете. Так, давай подойдем, посмотрим, что там. Silence travel. Do not betray your king. Так, ну этих он только начинает нанимать. Блин, у них еще бафы мощные. А, вот, кстати, на нас это и колдовали. There is only vengeance. Fight them. Our oath, our fight. Ладно, я думаю, давайте осадим их. Time for battle. И посмотрим, что из этого получится. Все, денег нет. Пропускаем ход. Избытки населения поперли толпой.
Так, ну давайте не будем показывать мне тут ящерицу, бегающую туда-сюда. Опаньки, похоже, нас будут атаковать. Всей толпой. Блин, а вместе с гарнизоном-то их немало получится. Вместе с гарнизоном вообще неприятно. Катапульта есть. Колесницы есть. Ой. Это как раз гарнизон. Давайте попробуем отойти. Back to Shadow. Я думал, они на нас нападут опять всей толпой, только уже без гарнизона, а они вообще решили убежать. Рокировочку сделали. Силами. Но теперь тут сидит поменьше народу. Правда, если я его сажу, он сейчас опять на меня нападет всей толпой. А всей толпой мне не очень улыбается драться одновременно. Они одновременно, они вон разбегаются. Может перепрыгнуть подземными путями? И сагрить на себя попробовать все три армии. Сагрить на себя три армии без... Без гарнизонов и отбиться от этого. Your instructions. Так, пастбище снесли. Давайте построим. Стена тут есть. Тут ресурсов как раз таки много, можно где-нибудь посольство-то и бахнуть было бы. Доход от торговли. И от портов. Ну порт тут один. А от торговли мы зарабатываем 1500. 10% это 150, 75, то есть 5%. Ну такое. На данный момент это даст больше денег. Так, блин, тут наковальня и стена нужна. Для этого всего нужны деньги. Ладно. Lowick's Fury. Too much southern blood in them. Мастер защиты. 60 защиты. Неплохо. Не так, что прям вау, но неплохо. Revenge. Хм-хм-хм-хм-хм-хм.
Давайте прыгнем. А если они... Тут уже он был какой-то побоище на 9-м ходу. А если они не примут боя? Ну, мы кого-нибудь из них грохнем. Ты пока порядок давай тут наводи. Порядком все нормально. Я вот думаю, нанять, может, лордика-то для торговли. Это уже третий будет, он там будет стоить 700 или даже больше. Так, этот убегает. Остальные набирают войска, пока я мимо бегаю туда-сюда. Сейчас дождусь, что они наймут 2 стека и меня расфигачат. 2 с лишним стека. Тут вообще можно пройти-то или нет? Вроде можно. Ну, странно было бы, если нельзя. Так как это часть одной провинции. Destruction abounds. Asur Princess. Да, можно пойти туда. Нас как-то маловато туда ходить. Shadowlands. Ready. The incantations are wrong. Fight them. Time for blood. Ладно. Your king calls. It's war. Попробуем так. Кстати, можно сразу же начать осаду за 1500. Это как раз то, что нам нужно. Призыв Ваула. Вам полагаются 4 магических предмета. Какой из них вы предпочтете? Разбойничий лук. Магические снаряды. Мощный взрыв. Корона власти. Порядок в этой провинции. Доспехи. Сопротивление. Закатный самоцвет. Амулет проведения. Не, ну что, фигня какая-то, давай лук. У нас пока другого-то и нет. И можно сразу напасть. Ох, это шикарно. Это отлично. Ну чё, допрыгались? Скелетосики. Нагарет prepares for war once more. Мне сказали, это заклинание рушит стену сразу. Одну секцию.
Ну, по идее, так и должно быть. Сейчас попробуем. Я надеюсь, тех, кто на этой стене стоит, тоже убивает. Мне как раз это нужно. Так, ну что, давайте скучкуем всех ребят. Тут, похоже, вообще только одна лесенка наверх будет. Хотя у них катапульта, может, не стоит кучковаться-то? Вон там и... И площадь у них. Партизаны старые, проверенные схемой. Лезут на стены. Блин, заряжается. Блин, их слишком много. Мы не пролезем незамеченными. А, их уже всех видят. Уже всех видят. Что-то фигня какая-то. Давайте-ка вот так, чтобы не попадать под обстрел башни. А они, гады, слезли с башен-то все, со стен специально. На! Выхватил стрелу. Всего два заряда у меня. Неподходящая цель. Подходящая цель — враг. Блин, тут уж мои. Так, ребята, давайте не будем стоять под обстрелом. Да не хочу туда жахать. Я хочу вот сюда жахнуть. Ладно, давайте хоть посмотрим. Нифига себе, это что за фигня? Что такие потери? Stormrider! Lacoy!
champion. Блин, в осаде мы вообще плохи. Ну-ка. На! Неплохо. Куда там стреляешь? Ловен Сигард. Storm Riders. Swiftly. Ловен Сигард. Колдует какую-то дрянь кучами. О! Ну, запинай его. Так, что-то наши ребята на стене драпанули. Какая-то фигня, несем адовые потери.
Да вы задолбали, что это за магия-то такая? Вы чё все не стреляете-то? Я забыл совсем. Вот это я даю. А можно перестать своей магией долбить, а? Куда ты побежал? Я тебе регенерацию бросил, урод. Где мой разбойничий лук? Или он там на следующий ход? Воодушевляются они. Раньше надо было. Ты давай бегом сюда. Да и вы тоже, чего там? Ну, все, убежали. Ну че, тут можем кого-нибудь расстрелять-то сегодня или нет? По-моему, скелеты нас перестреляли в сухую. О, героям завалили, наконец. Сейчас, может, наш Алитанар завалит им лорда, и на этом все закончится. Че, какой-то скелетон тебя сейчас завалит? Давай бейся. Ну-ка стрельни в него. Ты в кого стрельнул-то, что этот побежал? Кого они там вызвали куда? А, снизу, ради бога. Ха-ха-ха. Блин, один удар. Хватит скелетов бить. Ударь его.
Нет! Есть! Так, а ну рассыпались все нафиг. У вас все некроманты умерли. Алитанар, что ты делаешь? Одумайся. Пошли сюда, мы еще их покайтим. Вон, стреляй давай. Я тебе зачем боеприпасы покупал? Че, попадал бы куда? Стрелок этот. Пошли вон. Так, хорошо, что кавалерия легкая. Знаете, что самое невеселое? Самое невеселое то, что мы сейчас выиграем. А потом на нас нападет та армия большая, а у нас ни людей, ни гарнизона, нифига. И стены поломанные. Ну, кстати, вот у этих неплохое здоровье-то. Может быть, этого хватит, чтобы отбиться. Может и не хватит. Victory is everything. Да, копейщиков потеряли кучу. Take what we must. I'm empowered by Loic. Доступен знаменитый отряд Серые воины тени, точнее серые. Так, ну что я могу сказать? Ступающих в тени могу нанять. Я думаю, я найму знаменитые отряды себе по-быстрому. Хотя что там по-быстрому найму денег-то на один отрядик? Но это уже будет в следующей серии. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи. Всем пока.